Здравствуйте, я представляю санаторий-строитель и являюсь главным врачом этого учреждения. Наш санаторий является многопрофильным лечебно-оздоровительным учреждением, которое оздоравливает взрослых, подростков и детей с трехлетнего возраста. Свои двери для первых пациентов наш санаторий распахнул 5 сентября 1988 года. И на следующий год наш коллектив отмечает 25-летний юбилей нашего учреждения. В те далекие годы мы имели статус санатория-профилактория и являлись подразделением главк Оренбургстроя и оздоравливали работников строительной промышленности нашего города и Оренбургской области. И отсюда и название «строитель». В 90-е годы, конечно, были проблемы во многих учреждениях, все искали пути выживания, становления и развития, в принципе, которые мы достаточно успешно нашли. Мы первые, одни из первых в стране, перешли на полный хозрасчет и самоокупаемость. Даже со многих регионов нашей страны приезжали к нам перенимать опыт и внедрять подобную систему на своих предприятиях. И потом, впоследствии, уже в 1994 году, наш санаторий был переобразован в акционерное общество. Более 24 лет мы уже являемся одними из лидеров санаторно-курортной системы нашей области. Наше учреждение, я уже говорила, многопрофильное. Что отличает еще наш санаторий, что мы очень удобно расположены в экологически чистом районе, в пойме реки Урал, где нет промышленных близко предприятий, где чистый воздух, тишина, но в то же время очень близко от транспортной магистрали, что делает очень удобным пребывание пациентов на любом виде транспорта в наш санаторий. В санатории уже более 6 лет функционирует отделение восстановительной медицины или отделение реабилитации после стационарного лечения. Мы оздоравливаем беременных женщин групп риска, больных сахарным диабетом. В этом году впервые мы брали на лечение больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. А со следующего года планируем еще ввести оздоровление пациентов достаточно сложных, серьезных, онкологических больных после радикальных операций и после химиотерапии и лучевой терапии. На особом счету в санатории находится вопрос оздоровления будущих мам, у которых в ходе наблюдения наблюдаются и были выявлены различные заболевания. Это анемия, дефицит массы тела, это вегетососудистые дистонии и другие сопутствующие заболевания, которые осложняют течение беременности, в ходе чего страдает малыш внутри утробы матери. Мы назначаем комплексные процедуры, таким образом женщина набирается сил, энергии предстоящим родам. На базе санатория также функционирует так называемый СОЛ. Это санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия. Одномоментно отдыхают до 120 детей. Путевки выделяются бесплатные через Министерство социального развития. Курс лечения составляет 21 день. Отдыхают у нас ребятишки не только из города, но и со всех районов области в возрасте от 7 до 14 лет. Они получают у нас обучение в близлежащей школе, чтобы не отстать за период лечения от школы. В то же время у нас очень хороший педагогический коллектив, который проводит различные дополнительные занятия с детьми. Детям также предоставляется возможность заниматься творчеством, спортом по их желаниям и интересам. Дети с огромным
удовольствием лечится у нас. Посещают также различные выездные мероприятия, музеи, экскурсии организованные по городу. Возим их в боулинг, в планетарий, ну и какие-то другие интересные места, которые можно им показать и познакомить с городом. В соответствии с потребностями Министерства социального развития в санатории неоднократно проводились специализированные заезды для детей, которые находятся в тяжелых, трудных жизненных ситуациях. Дети-сироты, дети из интернатов, дети, которые находятся на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ну и к таким деткам обычно мы находим свой подход, им у нас очень нравится, ну и даже в процессе пребывания мы видим, что они черпают что-то новое, и также отдохнувшими, оздоровившимися покидают наши стены, всегда с большим нежеланием и с возможностью потом вернуться к нам вновь. Только за 2012 год у нас будет оздоровлено более 1300 человек детей. Также можно приобрести путевку в детский лагерь за наличный расчет. И детки также будут прикреплены к отрядам, которые у нас в оздоровительном лагере существуют, и будут получать лечение вместе с другими детьми. Также в санатории оздоравливаются граждане льготной категории, которым также выделяются путевки через региональный фонд социального страхования. Ну, здесь уже возрастная категория другая, то есть это уже, как правило, люди пожилого преклонного возраста. Значит, наш санаторий оздоравливает пациентов по различным профилям заболеваний. В основном это заболевания лечатся у нас сердечно-сосудистой системы, это опорно-двигательный аппарат, заболевания желудочно-кишечного тракта. Оздоравливаем пациентами с эндокринологическими заболеваниями и заболеваниями нарушения обмена веществ, заболеваниями мочеполовой сферы, ну и другими. Прием осуществляется только при наличии санаторно-курортной карты. Без нее в санатории мы пациентов не принимаем. Карта оформляется по месту жительства в поликлиниках у участковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров. Всем категориям пациентов лечение назначается строго индивидуально, с учетом их возраста, основного и сопутствующего заболевания, даже с учетом каких-то личностных особенностей, ну и, конечно, на основании собранного анамнеза. Первичный прием и наблюдение ведут доктора, очень грамотные, высококвалифицированные, которые имеют большой опыт лечение такого рода пациентов. По необходимости пациенты консультируются узкими специалистами, которые находятся в штате санатория. Это врачи-кардиолог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, дерматолог, озонотерапевт, герудотерапевт, ну, естественно, врачи-терапевты, педиатры у нас имеются. Также на базе санатория функционирует кабинет иглорефлексотерапии, где прием и лечение ведут два высококвалифицированных врача-иглорефлексотерапевта. Процедуры отпускают высококлассные медсестры. В основном это с первой и с высшими квалификационными категориями, которые всегда очень дружелюбны, внимательны и знают досконально свою работу. Все виды лечения, которые применяются в санатории, они все лицензированы и назначаются в соответствии со стандартами, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации или на основании региональных стандартов, которые утверждены нашим Министерством здравоохранения Оренбургской области.
Имеется круглосуточная дежурная медицинская служба, которая в любой момент может оказать неотложную экстренную медицинскую помощь. Лечебно-диагностическая база у нас также очень обширная. Санаторий располагает следующими видами лечения. Это электролечение, лазеротерапия, спелеотерапия, герудотерапия, озонотерапия. Отпускаем различные виды массажей: ручной, механический, подводный душ, массаж. КВЧ-терапия у нас имеется, бальнеотерапия, куда входят и грязелечение, и глинолечение, и азокеритолечение. Имеется у нас зал лечебной физкультуры, проводим лечебную физкультуру, также мы и в бассейне, есть занятия акваэробикой. Бассейн у нас достаточно большой по своим размерам, причем с температурой воды достаточно теплой, в пределах 28-29 градусов, потому что у нас очень много детей, как правило, оздоравливается, ну и беременные женщины. Также у нас имеется мини-аромасауна, кедровая бочка, очень востребованная процедура, которую пациенты очень любят. Это аналог сауны, но просто очень хорошо данную процедуру переносят больные, и она может назначаться даже там, где имеется противопоказание к приему общей сауны. Также у нас есть кабинет психоароматерапии. Есть хороший кабинет с современным оборудованием стоматологический. Ну и различные сборы отвары трав мы пациентам назначаем, кислородные коктейли. Кстати, прием одного стакана кислородного коктейля, он может заменить двухчасовую прогулку по сосновому лесу. Санаторий также располагает лабораторными и диагностическими методами. На нашей базе можно пройти обследование и провести компьютерную электрокардиографию, суточное мониторирование АД и ЭКГ, так называемое холтерское мониторирование. Делаем мы также пульсоксиметрию, проводим спирометрию, это исследование функции внешнего дыхания. Ну и другие виды еще обследований. Столовая у нас достаточно большая, рассчитанная на 120 посадочных мест. Мы работаем по 10-дневному меню, которое утверждено Роспотребнадзором и соответствует всем нормативным документам. Питание у нас 4-5-разовое, имеется диетическое питание для отдельных групп пациентов, у детей даже 6-разовое питание. Потому что ребята ведут очень активный образ жизни, естественно, им дополнительная энергия нужна. В течение всего года отдыхающие получают необходимое количество витаминов в виде свежих фруктов, овощей, зелени, натуральных соков. Ежедневно проводится витаминизация холодных напитков. Можно приобрести также и путевку в наш санаторий за наличный расчет на необходимое для пациента по его желанию количество дней. Ну, это, конечно, зависит прежде всего от материальных его возможностей, ну и, может быть, они даже опираются на рекомендации со стороны врачей. Ну, оптимальный срок лечения, начиная от 12-14 до 21 дня пребывания в санатории, чтобы можно было получить нормальный, полноценный комплекс лечения и достичь желаемого эффекта. Для организации досуга у нас существует волейбольная, баскетбольная площадка, теннисный стол, караоке. Для взрослых пациентов у нас проводят каждый день танцевальные вечера. Также выездные мероприятия организуем, различные музеи города, ну и какие-то другие поездки по памятным местам города. Более подробную информацию можно получить на нашем сайте
собакамэл.ру или обращаться по телефонам. Если это касается приобретения путевок размещения, то по телефону 33-21-39. Если по медицинским вопросам, то по телефонам 37-02-35 или 37-02-33. Ну и хочется пригласить еще раз жителей нашего города и области к нам в санатории. Я думаю, что сейчас многие уже понимают, что лучше вкладывать все-таки средства в свое здоровье, чем потом уже лечить хронические заболевания, которые трудно поддаются лечению, и, в общем-то, на лечение которых потом уйдет еще больше средств. И все с каждым годом мы видим, что уже граждане понимают, что лучше пользоваться услугами местного санатория, чем ехать куда-то на заграничные курорты. Поэтому еще раз приглашаю всех к нам в санаторий «Строитель». Мы вас ждем и окажем вам полноценную помощь. Всего хорошего. Спасибо. У города Соль-Илецк Оренбургской области есть своя отличительная черта, которая делает его заметным не только в российском формате. Это комплекс соленых озер. Именно он является центром притяжения сотен тысяч российских и иностранных граждан. Туристы, приехавшие за здоровьем в Соль-Илецк, могут ощутить на себе влияние бальнеологических, лечебных и оздоровительных факторов. Хлоридно-натриевых минеральных вод озер «Развал», «Новая Дунина», подземных источников. Для грязелечения используется иловая сульфидная грязь озер «Тузлучная» и «Дунина». Важные составляющие в комплексном лечении – климатические факторы. Воздух степных просторов. Чудодейственный микроклимат вблизи минеральных вод, гелиотерапия, лечение солнцем, щедрый и бесплатный источник тепла и ультрафиолета. Спелеолечение здесь организовано в специальных помещениях из соленых кубов. Бизнес-план инвестиционного проекта предполагает строительство нового лечебного корпуса. К услугам гостей будет предоставлена гостиница, детский корпус с игровыми комнатами, бунгало для семейного проживания, вип-коттеджи с парковочной и прогулочными зонами. Для любителей активного отдыха запланированы культурно-развлекательные и спортивные объекты, в том числе бассейны, аттракционы, игровые площадки и пункты проката. Ставится задача по развитию инженерной инфраструктуры. Планируется построить автодорогу, обеспечить газо-, электро- и водоснабжение. В настоящее время проект находится в стадии отведения земельного участка. Привлекательным для потенциальных инвесторов является доступность комплекса до транспортных объектов. Большая часть финансирования инвестиционного проекта будет производиться за счет средств федеральной и областных целевых программ. Кроме того, строительство комплекса включено в стратегию развития Оренбуржья до 2015-30 годов. Приняты специальные постановления областного правительства. Сметная стоимость проекта составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. Период реализации – 6 лет. Заказчиком проекта «Соль-Илецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель» выступает правительство Оренбургской области.